Привет, еще это кафе-симулятор, и мы продолжаем зарабатывать деньги на пицце. Почему у меня на кухне три женщины? У меня вроде бы было три мужика и ни одной женщины, но теперь три женщины и один мужик. Как тебя зовут? София, Армии, Барбара. Тут почему-то лица мужиков. А, все, забыли, проехали. Пофиг, кто у меня работает. Главное, чтобы они работали эффективно. Открываем наш пиццекофейн. О, теперь два кота. Два серых кота. Удачи будет вдвойне больше, как Твикс. Чаевые, которые я думал, что чаевые, это оказывается цена за пиццу. И действительно, а я думал, что они приходят к кассе, оплачивают заказ и потом уходят, ожидают его. И оставляют чаевые. Я думаю, почему все чаевые-то оставляют? Потому что это не чаевые, потому что это деньги за заказ. Если бы не комментарии, я бы, наверное, никогда бы эту тайну не узнал. Сегодня мы отправляемся с тобой на заработки. Дело в том, что у меня тут есть почта, оказывается, она у меня есть, CM, собака Ил. И мне написал какой-то чувак, говорит, сделай нам тоже кафешку, и я заплачу тебе 4000. Я такой, а почему бы нет? И мы сегодня отправляемся именно туда. Потому что я люблю лавандос. Вот этот чувак, короче, попросил, видимо, построить для него кафешку. А как тут... О, теперь нормально, Silent Hill прошел. Это, видимо, моя тачка, я езжу ноубогом в микроавтобусе. У меня есть своя пиццерия, но я в то же время катаюсь. Или, может, мопед, мой транспорт. Как думаешь, на чем я передвигаюсь? На красном мопеде или на микроавтобусе? Вообще, это какой-то спальный район, я бы даже сказал. Смотри, тут кругом всякие дома на колесах. Это вот кто-то гриль тут мутил. Это здесь кто-то отдыхает, у него есть даже газонокосилка в такой местности, где куча деревьев, где тут нужно деревокосилка нужна, вот тебе что нужно здесь. Хорошо, значит, смотри, как здесь ужасно, все это уберем. А мусор вывозится здесь? Че, все-таки я продолжаю в свои перерабатывающие карманы все убирать, да? Ковры. Вот тут маленький контейнер перерабатывающий, видишь, это мусорка написано. О, баночку нашел, 228 монет получил. Кстати, про банки. Мне еще написали в комментариях, что на грузовике, который приезжает, чтобы убрать мой мусор, на нем где-то там сверху есть баночка. Но я красавчик, я, конечно... Ну, за 4000 можно тут клининг устроить конкретно. 4000 долларов. Это же приличная сумма, хочу тебе сказать. И это я за день получу, если за день управлюсь. В реальной жизни за день я бы не управился, потому что я бы сидел и переделал в диван. Ну ладно, не в диван, в листву. Я бы собрал всю листву и бахнулся туда, знаешь, как на пуфик. И пропердел бы всю листву. Вот так бы я отдыхал здесь. Точнее, вот так бы я работал. Какой отдых? Я ж работать приехал. У нас 10:30 утра, а я уже всю поляну убрал. Ты посмотри. Отлично же, очень шустро я все делаю. Но тут завал, я тебе хочу сказать. Тут реально притонище было. Притонище бомжей. Это, наверное, еще все углы обоссали. Тут еще и окна все надо пол... Почему все окна разбиты? Почему ни одного целого здесь нету? Вот реально, ни одного целого. О, губка появилась. В смысле, я приехал в чужой дом, и у меня губка появилась для уборки. А дома у себя, где я кафешку открыл, там у меня губки не было. Это что за... Что это за ерундовина такая? Я не понял. Ну, как у меня там губки нет, а здесь есть. Это что, я, получается, для чужих делаю лучше, чем себе? Да, вот это зашквар. Ну, что поделать, мне тут бабки платят. На себе можно сэкономить. Окей, вот так, так. Тут, о, тут все повыбивали. Кто тут мог повыбивать? Молотком давай постучим здесь. Сделай. Как это все быстро чинится. Ай да я. Обычно молоток все ломает, но в нашем случае он все чинит. Нет, конечно же, молотком можно и починить, если у тебя есть гвоздь, но... Проблема в том, что у меня нет гвоздей. Молоток в нашем случае это универсальное средство. Ломай, чини, я бы так назвал. Ну вот и все, верандочку я закончил. Вот тут вот еще надо же бахнуть. Веранду закончили, убираем. Вот это же убираем. Это что? Я подумал, что это чья-то башка. Кстати, ни одного дошика здесь нет. Ты дошик видел? Ни одного дошика вообще нет. Пицца только в основном. Походу ко мне ходили за пиццей. У меня пиццу покупали. Батареи-то им зачем, вот скажи мне. Че они на батарее стирали, что ли? Или это массажный стол у них тут был, не знаю. Спали на батарее. Ну, кстати, если батарею оторвать, прям вот работающую батарею оторвать, то она еще будет теплой, и, в принципе, на теплой батарее можно спать. Это лайфхак из жизни, тебе говорю. Если ты замерзаешь, иди оторви где-нибудь батарею, пофиг, что с нее течет горячая вода.
Ты еще, наверное, скажешь, ты что, бомжом был, что ли? Ты что, был бомжом? Откуда ты знаешь лайфхак с батареей? Давай мы по лесенке сейчас соберемся, посмотрим, что на крыше вообще происходит. Ух ты, дырища какие. За дырыши. Вот сразу видно, что кто-то стырил, украл, короче, куски шифера. Это шифер? Ну, похоже на шифер, но это металлическая обшивка. Вот, отлично. О, просто шикарно. Я балдею со своих способностей. У нас 10:30, почему-то время не идет. Я умею останавливать время, я управляю им. 10:30, день. Видимо, когда я отправляюсь куда-то на другие площадки, что-то там ремонтировать, время останавливается. Значит, конек, вот эта вот часть деревянная, это называется конек, он в отличном состоянии. О, банка еще. Еще банка. На пристанем. Отлично. Уборка, 60%, ремонт 80%. Я больше ремонта выполнил. Стены, полы, ух ты ж, нифига себе. Прогресс всего 28%. Идем теперь убирать здесь все. Мешки, вот эту пиццу, которую покупали у меня. Тут внутри листвы просто навалом. Ну понятно же, окна разбиты, поэтому здесь навалом листвы. Как я быстро все чиню. Оп, батарея, наконец-то мы с ней распрощались. Можно было, конечно, и оставить, чтобы ее поставить. Тут как бы зимой это будет прохладно, а батареи здесь нет. Короче, у нас уборочка продвигается очень продуктивно, очень все хорошо. За это мне дают опыт. И у меня сейчас будет левел ап. Будет 6-й уровень. Надеюсь. Вот он, уровень повышен. Внутри уборка завершена. Осталось взять кубку и вот это все оттереть. Как это все быстренько, махонько оттирается. И интересно, у меня там ребята справляются без меня, они там деньги зарабатывают? Или поскольку время остановлено, они как бы и не работают тоже. Вставляем окна. Новые окна. Давай. Есть. Отлично. Шикарно. Вот и все, с окнами закончили. Во. А, ну это лестница. Во. Вот. Засранка. Попалась. Так по ремонту все, да? Да. Стены, полы, потолки. Итак, начинаем. Идем в магазин. Значит, стены, полы, потолки. Что будем со стенками делать? Мне кирпичная вот эта тематика нравится. Для кафе это будет огонь. Ну-ка. Во, красотища. Вот эту стенку мы будем... Мы ее сделали белой. Ее оставим. Здесь будет, знаешь, как бы прилавок. Хотя, давай, наверное, везде будет кирпич. Белый. Белый кирпич. Ну, вроде смотрится уже зачетно, да? Современно. Как в туалете. Уличном туалете. Давай посмотрим, что можно постелить на пол. Пол, полецкий. Плитку, конечно же, плитку. О, пойдет. Ничего такой, пол. Ну вот, помещение мы отделали. Обделали. Все сделали. Двери, интересно, тут закрываются? Нет? Нет. Рабочий день у нас до сих пор 10:30. Первый день. Все, я все за первый день успеваю, видимо, сделать. Все отлично. Так, дальше. Что там нам нужно еще сделать? Потолок. Я потолок еще с потолком не разобрались. Но потолок я хочу белый. Белый-белый потолок. Вот такой вот. Вот, да, вот так вот нормально. Только вот пятна меня, конечно, не очень устраивают. Ну и пофиг. Вот и готов наш потолочек. Смотри, все поприятнее, да, здесь теперь стало. Цивильненько. А было-то что? Какая разруха, какая тут мусорка, притонище. Отлично. Так, посмотрим. По заданиям у нас интерьер остался. Столы, кассы. То есть столы 4 штука нам нужно. Касса 1, лампы, декор различный. Ну, касса, как я уже сказал, значит, касса у нас будет вот здесь вот. Вот, вот такая касса появилась. Я ее тоже хочу, вот эту кассу. Потому что вот эта вот маленькая касса неудобная. Смотри. Готово. Касса установлена. К розетке ее нужно подключать, интересно, или нет? Тут у нас терминал оплаты, чек даже есть. Тут сладости у нас будут, тут тоже сладости будут. Тут сиропчики для кофе. Короче, все у нас здесь огонь. Красота. Столы, столики, мебель. Переходим. Я причем трачу здесь не свои бабки. То есть у меня ноль бабла, видишь? Прочерки везде. Столы здесь будут соответствовать. Ну, вот такие вот столы, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Вдоль окошек мы сейчас тут лупанем. И где-нибудь вот здесь вот можно больше даже столиков шлепнуть.
Сюда бы еще, конечно, поместилось бы, но и пофиг. Я и так уже больше столов поставил, чем нужно. Лампы и декор, и развлечения. О, место под развлечения вот сюда что-нибудь воткну. Например, игровой автомат или музыкальный автомат. Конечно же, поставим музыкальный автомат, вот такой вот. Сейчас я его разверну, он здесь отлично встает. Прям вот как на... А, нет, он тут не отлично встает, черт. Вот здесь вот он встает. Нет, места все равно маловато, подожди. Подожди, вот этот столик мы тогда переместим вот сюда. Вот. А здесь будет автомат музыкальный. И четко. Есть? Давайте теперь посмотрим, влезет ли сюда игровой автомат. Вот такой вот маленький. О, так он влезет. Вот, влез. Влез все-таки. Все, огонь. Хорошо, красота. Развлечение у нас есть. Теперь нужно освещение. С освещением что мы делаем, значит? Вот такое вот освещение над баром у нас будет. Бар у нас должен хорошо освещаться. Ну, в смысле, касса. Вот так вот. Потом, над каждым столиком я хочу поставить какие-нибудь длинные свисающие лампы, торшеры и прочее всякое. Это нам не нужно. Вот такие вот лампы. Вот. Хопля. Хопля. И тут просто неимоверное количество света. Опа. Опа, все. Столы все освещены. В принципе, глаза не режет и все хорошо. Блин, классно получается, просто офигенно. Нам нужен декор, картинки. Картинки в стиле кафе, что-нибудь такое. Вот кола заброшенная, давай вот, вот сюда ее лупанем. Она отлично там станет. Во, бар. Вот, подожди-ка. Подожди, мы где-нибудь тут можем влепить это? Нет, эх, блин. Эх, блин. А здесь вот можем, вот так вот. Смотри. Ну чё, четко? Кухня. А, тут еще кухня есть? Столы на кухню, печи. Блин. Блин. Ладно, вот этот стол мы тогда убираем, продаем его. Убираем, продаем. И здесь у нас будет кухня. Как мы будем ее отгораживать? Конечно же, ух ты, ё-моё. Вот такие вот столы поставим. Тем самым мы отгородимся. Вот так вот их разворачиваем. И ставим здесь. Вот. Печь, печь, печь. Она, конечно, тут не сильно вписывается. Мне не нравится вид сзади, поэтому нет. Мы поставим попроще что-нибудь. Она хоть и чуть-чуть грязная, но она здесь вписывается, да. Дальше фритюрница. Где? Вот это фритюрница. Вот фритюрница стоит. Дальше мороженица. Она тоже тут... Нет, подальше от фритюра должна стоять, потому что мороженое все растает. Фритюр, он же с маслом, там все горячо. Вот так вот. Холодильник. Ладно, пусть будет холодильник здесь. Окей, значит, с холодильником у нас все. Что там, шкафчики еще нужны были? Вентиляция, раковины, шкафы. Вот она прям тут просится. Ай, черт. Не встает. Раковина впихнулась. Теперь нужно поставить шкафы. Шкафчик вот здесь вот, давай, для посуды. Установите кухонные, устанавливайте кухонные шкафы, чтобы повысить скорость работы кухонных работников. Чем ближе шкафы к рабочему месту, тем быстрее будут выполняться заказы вашего кафе. Все ясно. Фритюрница. Я же поставил фритюрницу, или это не фритюрница? Что это за ботва? Убрать ее тогда. Это не фритюрница. Вот они, фритюрницы. Вот как они выглядят. Вот так вот. И вентиляция. Тут есть где-нибудь? Вот. А под вентиляцией вытяжку подразумевает или что? Ну-ка, если я ее сделаю, давай проверим. А, да, под вентиляцией вытяжка подразумевается. И вот над печкой надо поставить, получается. На потолке можно же разместить? Прикинь, на потолке нельзя. Ну тогда пусть будет здесь где-нибудь. Вот. Вот так вот. Че, по-моему, ок. По-моему, все отлично. На 100% просто. 98% чего-то не хватает. Попкорн. А попкорн у нас будет на входе стоять, кстати. Почему бы нет? Попкорн вот сюда поставим. Всем желающим бесплатный попкорн. Вычеркнули. А, гриль. Гриль нужен. Гриль, ё-моё. Гриль, гриль, гриль. Ну, вот этот же гриль был, да, получается. Ну, я его сюда поставлю. Вот. И вот гриль. Уф, 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 уф. Проход есть, зайти есть. Кухня нормально для двух человек. И тут еще один человек. Все просто красиво, сказочно. Так, все, 100%? Да, 100% мы можем отсюда свалить, погнали. Вы уверены, что хотите завершить задачу и посмотреть результат? Конечно, хочу, да, завершить. 100%, 100%, туалет 0%. А в смысле, какой туалет? Про туалет речи-то не было.
Опыт 500, деньги 4000, все как договорились, просто кошерно. Обустроил кафешку. Суббота, новый день. У вас достаточно очков опыта, чтобы изучить новые навыки. Благодарю. Так, и вот время побежало, наконец-то. А, ну это мое время побежало. У меня-то суббота, там понедельник был. Черная кошка. Черная кошка. Ладно, поглажу тебя. А когда я уезжал, было две кошки. Короче, у меня уже день шестой здесь. Welcome, все дела. Я бы welcome, наверное, знаешь, куда перетащил? Вот сюда, потому что... Ну, короче, вот. Обычно всегда тут все трутся. Указ и следы тут оставляют. А так будет коврик тут. Значит, отлично. Сегодня нам нужно что сделать? А чё? Почему магазин закрыт? Я же уходил, открывал его. Опыт. У меня еще есть очки опыта, поэтому их нужно прокачать. Прокачиваем чё? Скорость работы вашего персонала. Вот. И вот это тоже изучим. Мастер коммуникации, пусть будет. Короче, повара мои варят помидоры. И пасту они варят. И всякую такую дичь они варят. То есть для пиццы варить там кое-что нужно. Вот. А я был не осведомлен этим делом. Но да ладно. Чего сегодня сделать? Разблокировать туалетную комнату. Установите минимум одну туалетную кабинку. Сушилку для рук. Два умывальника и мыльницу. Да я только за, чтобы убрать вот эти вот биотуалеты. Ресторан. Сейчас зайдем. Мой ресторан. О, можно. Давай разблокируем. Ну, наконец-то я открыл туалет у себя. Пойду проверю. Хо. В смысле? И двери закрылись. И я остался в этой каморке. Ладно, давай быстренько уберемся тут. Недостаточно продуктов для приготовления. Мусорный бак забился. Все пошло в тартарары. Так, мусор. Вывоз мусора. Заказать тачку. Продукты питания. Что там у меня закончилось? Продукты питания. Тесто кончилось. Е-мое. Давай тесто две коробки купим. Быстренько забегаем. Опля. Та-ри-та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 . Мусорка приехала, отлично разгружается там. О, блин, поломка оборудования. Периодически ваше оборудование может ломаться. В таком случае у вас несколько вариантов. Продать его в 4 раза дешевле цены покупки и купить исправленное по полной цене, или приобрести дрель в магазине инструментов и отремонтировать его. Но имейте в виду, что отремонтированное оборудование, скорее всего, не прослужит долго. Ну, конечно же, я купил себе дрель еще в прошлой серии. И нужно бы попробовать отремонтировать. Как бы, ё-моё, у меня печка, единственная печка полетела. Давай, чини ее. Вот. Ох, как искры FPS проседает от искры. Ништячок. Все, печку я починил. Но я думаю, что надо купить еще одну печку, потому что она нужна. А, блин, я не могу купить, иначе надо закрыть магазин. Ладно, посетителей никого нету. Закрываем наш ресторан, который я называю магазин. Блин, я все равно не могу ничего сделать, пока посетители находятся в моем рестике. Ух, эти засранцы. Кстати, вот этот вот чувак, который тут бродит, пиццу приносит, да? Чаевые не забирает и мусор тоже не забирает. Мне нужна уборщица. Так что, кто хочет ко мне на подработку, пожалуйста, приходите в мою пиццерию. Хи. Чувак, ты че тут стоишь? Ждешь, когда с тобой кто-то сыграет? Но с тобой никто не сыграет. Печка. Сколько она стоит? $130. Ну ладно, я могу себе позволить вторую печку. Ее еще же к розетке надо подключить. Ё-моё. И там еще розетку надо докупить. Розетки у нас здесь. Вот так вот она будет выглядеть. И втыкаем штекер. Отлично. Все. Здесь все. Бегу срочно в туалет. Туалет. Надо первым делом, двери закрылись, здесь освещение придумать. Хотя потолок надо перекрасить. Вот такой вот я себе сделаю. Ох, ох, лухари. Вот. Теперь лампочку. И здесь у нас будет, и здесь у нас будет. Вот такой вот. Вот и все. Теперь. Туалет, он-то и для мужчин, и для женщин, да? Да, да, да. И для мужчин, и для женщин. Жалко, что тут перегородки нельзя поставить. Значит, мне нужен туалет. Раковины, вот, писсуары, кабинки. Так, ну поскольку тут общий туалет, нам нужны только кабинки. По-другому не вариант. Как бы писсуары ставить, да, женщина зайдет, и тут писающий мальчик у нас. Вот. Че, недостаточно средств? Черт! Черт! Недостаточно средств. Но туалеты есть. Туалеты есть. И мне еще. У вас есть неоплаченные счета. Черт, если я сейчас оплачу счета, 23 можно оплатить, ладно. И мне нужна раковина, хотя бы какая-нибудь раковина. Раковина. Вот, за 150 раковина. Давай ее здесь поставлю временно.
И что мне еще нужно? Сушилку для рук, два умывальника или мыльницу. Блин, мне не хватает средств. Че, надо в банк идти кредит брать, да? Золотой банк. Я хочу 1000 у вас взять. Взял 1000, надо будет вернуть 1300. Так, хорошо. Значит, два умывальника. Вот это что это такое? Это дозатор? Мыльница? Не написано, что это такое. Ну да, это, наверное, мыльница. Так, ее воткнем. Подожди. Вот умывальник. Здесь дозатор посерединке. Два туалета, два умывальника. В принципе, логично. И вот. Осушить руки. Вот здесь. Готово. Туалет есть. Я бы еще, конечно, пол сделал. Но да, у меня хватит денег на пол. Давай с полом разберемся. Это не плитка. Ну ладно. Опля. Все, здесь огонь. Стенки я здесь переделал. Давай стенки тоже переделаем. Покрашу в черный. Готово. Смотри. Знаешь, как будто ты в какой-то пустоте находишься. Еще бы пол и потолок в черный перекрасить. Вообще капец. Значит, вот, у меня 58 минут, чтобы погасить кредит. Иначе мне придется потом еще и штраф платить за то, что я не погасил кредит. Но сперва нужно пойти и продать биотуалеты. Так, продать. Сколько я получаю за них? 250, блин, реально, надо было продать их. И это, погасить кредит. Подожди, а давай теннисный стол продадим. Продать теннисный стол. Что еще продать? Что еще продать? Картину, может быть? Вот, картину сейчас продам. Блин, чуть-чуть не хватило. Ну, ё-моё, коврик welcome. Давай, продам. Да, ё-моё, вот вообще капельку не хватает. Давай вот картину. Да, етить, колотить. О, все хватило. Ровно. Золотой банк. Так, если я сейчас тут 100 нажму. Вот, я загасил, значит, косарь. И вот, все, перед балком. Все, перед банком я чист. Я загасил ипотеку, точнее кредит. И все, у меня good. Ну, а то, как я буду ставить вейдинговые аппараты в своем кафе, вот такие вот, да, и полки с шоколадками, все такое, это ты увидишь в следующей серии. А еще и в следующей серии найму себе уборщика и открою второй этаж. Хотя второй этаж, наверное, я погорячился. Но на этом все. Если тебе понравилось, и ты хотел бы увидеть следующую серию по этой игре, ну, то есть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить этот ролик, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи в моем красивом кафе.